Просто зажмут между двух фу, глянь. Лима! Перевернемся. Спустим. Все равно. Сотрудники сразу же. Опа! А вот будут там жить, не будут. Я видел. Да. Военной техники. Добавлю, что свои воинские подразделения на парад в Москву отправят более 10 лет. Словно ты что ли? Вот так вот. Прямо у нас на глазах. Что? Мамочка. Сдебил, сука. С кем он? С автобусом вон там. Да с хуя нас с машины. Совсем это не интересно. Да. Более того, они понимают степень рисков и опасности. Да. Потому что, да, безусловно, не застрахован и на треке. Но в 95 случаях из 100, если ты упал на треке... Они могут сидеть. Вот твою мать, ни хера себе, блядь. Блять!
аварию такая, и я тебе перезвоню. Ух ты! Когда это было? Сука! Как ребенок. Боже упаси, ебать его, мука. Ты шо, ты шо? Сиди в машине. Ёб твою мать! Да, Владимир, но это еще к другим новостям с Украины сегодня, Петр Порошенко. Твою мать! Чуть-чуть не рассчитал. Добрый вечер. Добрый вечер. По-моему, в том году, если не ошибаюсь, была такая передача вот на эту тему. И... Эх, ебать вам! Заснял. Вот
Нифига, он на красный. Опа! Ебануться! Ебануться! Смотри. Пипец, стой.